Убийство. День первый, начало вайпа. Зайдя на сервер, я сразу обнаружил, что у меня есть сет. Я уже думал, что это какая-то ошибка или чей-нибудь пранк. И так оно и оказалось. Надо мной решил пошутить мой тиммейт под ником Адвокат. В общем, пока я отходил от уродливости своего сета, ребята искали в Воркуте весь индустриальный лут, и после мы нашли очень интересную находку. А где зомби, блядь? Вообще ни одного не встретил. Да и заебись. Нахуй не нужны. А вон Наруто. О, нашел автомобильную. О, вот всё, это вещь. Вот это ныка её. Вот, её вообще, вот это вещь, да. Её прям далеко куда-нибудь спрячь, нахуй. В лес куда-нибудь? Да. Кудлок найдем, сразу у нас, считай, ну, мини-халупа есть, ебать, уже. Ну да, кудлок а надо искать. Куда поставишь треуголку это? А, все, я тут же нет урона на палатке. Да. Все, я вспомнил. Блядь, бежит, бегут двое за мной. Юра, короче, иди прямо пока по лесу, я пойду помогу. Слушайте. Иду. Бегу к тебе. И, конечно же, все не обошлось без замес со скепками на старте вайпа. Идем вайпа, ребят. Супер, Артем, четверо. Сзади. Там они убежали. Идем вайпа, нахуй, зараза. Всех убил? Троих. Ну и еще один замес с кепками за стартовые пушки. А, вижу, перевязывайся. Хорош. Вижу. Где труп? А, вот. Попал. У него дробовик, мне пизда. Сейчас, я тут рядом, с оружием. Мне пизда? Бегаю как могу. Хорош. Убил. Ничего тебе не пизда. Убил его. Ты дробовика убил? Да, вот он лежит. Забирай, блин, забирай. Тут еще один с топором. Сука, меня в унку положили. Я убил его. Я убил. Бля. В унке. Хорош. Я. Кудлок! Хорош, блядь, спасибо. День второй, первые файты. Блядь, тихо, Марат, пошли в то слот, там два чела. Все, пошли в твою лобби, быстрее. На бугорке лежат, Марат. Бля, да не стой так, сука. Видишь? Алло, да, извини, что? Вон двое бегут к этому. Они да, разлутывают, походу. Пошли на их разлутку, блядь. Пошли, пошли. Быстрее, они пока нас не видят. Ну, я, короче, палюсь. Я тоже. Они либо съебали, либо в эльке какой-то сидят, либо в цинке всё-таки. Тому. Может быть. А типа сгили. А вот эта элька ты закрыл? Нет, там это есть, я видел, она была открыта. На туре? Ну да, я видел, она была открыта, если я не... у меня не глюки, конечно. Да, там чел. Сейчас одного снимаю. Стой, я знаю. А, ты, я понял, тоже знаешь. Привет. Привет. Пока. Пока. Там еще один должен быть. Да. Бля, двери все закрыты, он, наверное, на входе сразу. Сейчас туда зарашиваюсь, еще меня этот. Разменяешь. Давай. Да, он слева. Давай. Нет никого. Где он, сука, тогда?
Туалетной тоже нету нигде. Страшно, брат. Да, я видел, там полностью пустая комната. Может, он релогнул, сука? Ебать у него лута, слышь? Да? Угу. 4 клеймора. Он у меня, Артём! Он с другой черепашки. Иду. Блять, он такой тайминг поймал, блять. Какой другой? Я выкидывал. Черепашек напротив меня. Центр? Правее от... Блять, нет, вот этот. Вот сейчас, возле которой я? Да. Но он уже мог выбежать, Артём. Ты уверен, что он в ней был? Да, он оттуда по мне стрелял. Я уже не вижу. Блядь, Артём, я перевязываюсь. Перевязываюсь. Ебать, он тайминг поймал, бля. Я не знаю, я не увидел, может он сидит там под ней где-то в черепашке. Да, сидит. Хорош. Блядь. Опять перевязываться. Чё у тебя? Ебать еды. А так говно. Я пошел в Эльку. Давай. Чуть позднее, возвращаясь к шпиле, где мы нашли слесарную ножовку, мы решили пробежаться к второму берегу и поискать батискафы, в которых, возможно, спавнено что-то интересное. Не, давай я тебе ногу прострелю и залутаю первый субмарин. Да ладно. Нашли? Залутаю, ебачо. Да нет, пока. Давай я утюгу... Бля, Юнин, можешь, пожалуйста, утюгу ногу прострелить? Я первый хочу залутать субмарин. Какая вы. Бля, такая мини-подлодка, ебать, возле берега. Да, красная. Стой, ты, короче, вообще ничего не говоришь, что на ней, не трогай. Пойдем посмотрим. Да нет ее, блядь, успокойтесь. Блин, найди ее. Она за этим будет, за Тарой Харбором. Ну, скорее всего, да, вот там, вот за этой залупой. Вода есть около меня, нет? Вон, около воды бегает. Да, да, вода возле тебя. Шутник дохуя. Шутник дохуя. Не слышно тебя? Я только 57-я минута. Шутник дохуя. Не слышно, говорю. Ну хуй тогда из ушей вытащи. Вы потом как, пойдете в плавь или тут перейдете? Не знаю. Да тут они что-нибудь. Пойдем, наверное, что в плавь. Ну пойдем на больничку тогда сядем. Найра пойдем, что? Да, да. Ну да, пойдем на больничку. Может тогда здесь подожди, с Найра, люди. Тут зомби ёбнутый. Слышь, они на базе, наверное, пацаны. Аккуратно. Блядь, я футбол нахуй посмотрю, я тут типы, блядь, стекляшки. Может с крыши пикать, бля, там, я не знаю, дверь была открыта, нет? Юнион, слышишь, а мы наверх не можем залезть? Нет, через... там не пролезешь в это стекло, ты чё? Не-не, именно через верх, понял? А залезть? Как? Можно под садом. На крыше дверь открыта, если что. А там... Под садом залезть. Я залез на другую. Там внутри лежит рюкзак и еще какая-то херня. На крыше никого нет. А типа низ застроен, да? Слушай, на крыше. Блядь, стреляй! Кому? По мне работают. От тебя, Юнион. Оттуда. Да, где-то спереди у меня. Работают по мне. Да, я видел. Залутанное. Сколько? Да, у меня стреляли прям по мне. Блять. Они за холм ушли. Вот мы сейчас за этим холмом. Вы пускай не вас пикают, а не вы на них. Не надо их пушить, парень, зачем? Не надо. У меня тело. У меня на мне. С рюкзаком, они уходят. Они уходят, все, в руках тащат, трое ушли. Да? Ушли. А, вижу, вот. они на мне. На мне были, да. Они на мне, все. Идите ко мне бегите. Идем. Они через лес пошли, капрал? Или по полю бегут? По лесу. Затем мы долго их искали, так как потеряли их след, но все же нашли. Я вижу, они по мосту на ту базу забегают, блядь, на ту стекляшку, которую я говорил, блядь, остров вот этот. Не тот, вот, да, метод. Я понял, про что ты. Они стекляшки же простреливаются, да? Да, стекло простреливается. Да, застроено, вижу, застроено. Я прям чувствовал, что кто-то какая-то база по-любому есть. Не может быть, что такое место не занято. Прикольное место. Не-не, тащи ножовку. У них одна дверь, Юнион. Тупо одна дверь. Делить будете сами. Давай. Они выходят иногда. Они вышли на улицу? Нет. Стекла, смотри. Блять, мне ногу сломали. Кто стрелял? Я стрелял. С глушителя? Да. Тебе ногу сломали? Отползай, Артём. Пизда на. Откуда? Оттуда? Ну, наверное, я ебу. Они с первого этажа стреляют. А крышу, чего, чекайте крышу? Нет, я смотрю, крыши. Нету ни крыши. Ну, я только подошёл. А есть фуловый бинт?
Да. А вот я вижу его. Прям на, лежать. Я прям жопу. Крыша, двери открылись. Такая красивая залетела сейчас. Крыша, дверь открыла. Я не знаю, с той стороны может кто-то вышел. А ты меня понял, откуда тебя убили? Я его убил. Я тебя выстрелили, точнее. Вашенька, на меня беги, Саня. Саня, я слева, блядь, стой. Вот он я, да. Держи пилку, иди к это, капралу и утюгу. У меня есть, спасибо, я уже наложил, спасибо. Возьми на всякий случай, блядь. Все, спасибо. Короче, вот тут, а второй бегает, вы его походу видите. Сейчас сюда, парни. Зашел. Бэй, дубль, да? Я вот. Одного убил, снова убил. Всех? Тихо. Вот будет. Стой, дверь не трогайте, сука, только. Все, все? Все, все. Получается. Ура, нам бежать, да? Вы там застроитесь, если сможете. Что там? Блин, как, да чё, да ём. Это уже обувь, мужики. А? Всё стаскиваем, всё стаскиваем вниз. Что у них там? Пробуйте застраховаться, всё. Скрин сделайте. Плита есть. Корона? Да. Значит, у них есть и это, скорее всего. Ну это чёрная какая-то... У них там ещё одна? Ванильная. Ванильная. Да, ванильная. Ну раскидывайте меня в отдельный угол. Алло, у них ещё одна дверь или нет? Нет, они всё пооткрывали, мы внутри. Вечером этого же дня, уставшие после рейда, мы решили сходить на Феникс, чтобы сделать себе костюмы для Ланти. И с нами приключилась интересная история. Я тебе в Альпину все засунул. Фильтр, трудный ключ. Да, она пошла я. А перчатки? Дура. Пока, друг. Все, печатаю первый. Ну-ка, где ты там, чисто? Ебать. Нихуя себе, блядь, хауёпт. Ну-ка, еб твою мать, блядь. Ну-ка, сними газик. А почему каска, не снимается? Сейчас, стой. Стой, блядь, как это сделал? Вообще чётко слышишь штука, блядь. Когда давай, я тоже пойду. Да. Ладно, пошёл я. Давай. Если бы встретил чувака вот так вот одетого, блядь, что бы ты подумал? Пиздец, что за хуйня? Админ летает, да? Блядь, два чела, братан! В смысле? Я тебе клянусь, подходит два чела. Ты хочешь разъебать? Блядь, с чего, с калаша на? Да-да-да, сейчас, если я остановлюсь, то тысяч тапан. Деньги. Под это, блядь, тебе идут, типа. Они ебанутые? Оплать будто ты можешь раскидать на саванну. Псована отлежит. Подожди, они сейчас скажут сюда напрямую. А он без оружия, как правило, да? Да. Они сейчас по лестнице полезут, я их ебну обоих. Они типа увидели, что дома нет, это шли забежать. Все, Илюх, я иду их ебашить. Давай. Быстрее, а то я без оружия. Плите, сука! И вот второй будет. Все. Минус два. Ну блять, одного не залутаем.
А, по второй без плитки. Да. А можешь залутать? Все, пошли. День четвертый рейды. Ты где строиться-то начал? Ну, с этой стороны. Что-то я нихуя не понял, где ты строишься. Ну иди сюда, увидишь. Вот. Да мне кажется, хватит, что ты гонишь. Так, где бы мне лут скинуть? Где... Здесь. А, ебать. Тут матросский сундук, ебать. Прям на мне. Спрятан? Ну да, он пустой, но... Типа... Ну что, вот тебе скинет, куда скидывать. Ну да. Еще на них. Вот эта хуйня, я думал, это типа текстура. Это ограждения были раньше. И сейчас, походу, теперь есть. Тут в одном плитаке еще гранаты есть. А в навесе тут, блядь. А я тоже плитак с гранатой, ебать. Да. Ну а это окуп. Конкретно. А че я могу открыть ворота? Смотри, подожди, не, лучше нахуй не нажимай ничего. Он без кодлока, открывай. Что? Открывай, открывай. Тут без кодлока, бля, дверь. Открытый, ну нахуй. Да, тут все открыто. Ёбаный стыд, блядь. Они что, прикалываются? Блядь, это пиздец, Артём, смотри, что тут всего. Сейчас. Сука, тут полный ганга. Дайте я засниму, блядь, братский. Иди сюда. Я не трогаю, я просто смотрю. Четыре пиника у нас. Пиздец, Артём, просто открыто, блядь. Добро пожаловать. Пиздец, нахуй. Да, устроились. Ну и ладно, всасывай патрон тогда. Я совсем забыл сказать, что утром этого же дня мы угнали себе хаммер прямо со шпиля. И потом, конечно же, использовали его на этом рейде. На следующий день мы пошли ромить по всей карте и искать себе на жопу приключения и нашли интересный такой рейд. Да, идем. Самолет. Блять, а где я увидел? Прямо по верхушке горы бежишь. О, тут база. Билет! Билет, билет, Юнион! На туре? Да. Рейдит? Да. Да. Что, серьезно? Да. Братан, ну не стоит никто здесь впереди. Внутри походу. А как? Я слышу, как пилят. А че он пилит, да? Может... А, может первую дверь тоже спилили? Да. Там что-то дом там. Треуголка зеленая. Ебать тайминги, блядь. Пиздец. Ты туда скидываешь, да? Да, я
подтянулся уже. Что делать будем? Ждать. И мы начали ждать. К вам. Хотя, если добили до ее духотовой, потом хрен достанет. Mm-hmm. Пошли вернемся. Она около вас где-то? Я спринтую к вам, может меня может слушать. Че, вырываемся? Давайте. Да. Погнали. Я сказал, ешь сот в натуре. Я близически уничтожен. А, он прям тут, что ли, пилил и все? Бля, надо искать его схрон, по-любому где-то есть. Да, я... он что, слишком пустой? Жопка уничтожена, кудлок уничтожен, здесь лежит. Он... Да, у него скит по-любому, бля. В этот домик маленький заходили, в сарайчик. Нет. Под елку ищите. Фу, пустой, там еще дальше двери были, он это видел, он все равно продолжал рыть. Да, он бы, блядь, продолжил, да. Две двери. Он видел, что там еще дверь стоит большая, он все равно продолжал рыть. Значит, у него еще что-то есть. Угу. Ну и мы начали обшаривать все кусты, все елки, все прилегающие какие-либо территории, так ничего не нашли. И отправили за своей ножовкой. Ребят, все. Все, ты зашел? Да. Ты в лутовой? Да. Ну и чё? О, ножовка. Все, окупились. Строчки гранат. О, найс. Ну как? Чуть, ну нормально. Подходите. Блин, ну а у тебя дверь закрыта. Все забегать не будем, может, не? У тебя на отмычку закрыта. Хотя, блядь, вообще. А, нихуя себе! Бочки, блядь. Вообще хорошо, слышишь? Заходи в бочку сразу. Смотри бочку. Пизда нахуй. Что там? Пиздец нахуй. Бля, да. Это он конкретный. Ну, патронов пиздец. Ладно, я пылесошу все. Да, давайте. Бегая по карте в поисках фурнитуры, я услышал зажим, на который решил пойти и проверить, что там. Я уверен, не нужно. Хуярит, блядь. Левее, не стреляй. Где-то в районе Немска, что я могу сказать. У меня, за домом. На меня инфа есть. Да, видели, да. Видел. Вышел! Блядь, тихо. Давай, убивай. Я его вижу. Все хорош. Я право. Еще кто? Жирный. Эмки, куда ты? У него патроны закончились. Так, короче, вам надо сделать вид, что вы съебали сот. Че, гонишь, блять, они уже не выйдут так. Бля, я могу зайти направо? Не, не надо. А ты можешь зайти так, чтобы типа в сторону сразу забежать? Понял? В сторону шкафа. Не получится. Один вы прям тут слева. Вы лучше не флудите, вы лучше слушайте, если логать будут. Романы, романы, в бочине сразу забежит. Романы, романы, романы.
Романы. Красава, красава. В общем, еще недолго думаем, мы решили их зарашить. Там двое было, блядь, двое. Трое, блядь, двое, нахуй. Блядь, нет, сейчас было двое. Все, я прикрываю, я хилюсь. Давай, я пока целый. Ну что, всем спасибо за просмотр. Желаю вам в новом году исполнения всех ваших мечтаний. И до скорого.